Всем привет! Вот такая сегодня у нас разработка. Значит так, машина у нас Северочка. Обломала лонжерон. И вот здесь вот этот короб тоже лопнул. Эта машина уже была в аварии когда-то. Ну как, лет 15 назад, в общем, это, думаю, еще нормально. Откаталась, а это с прицепом ехал и обломалась. Загруженный пел, лонжерон, и вот здесь вот. И так вот с помощью домкрата. Опять все поднял на место. Обварил, правда, тут уже гнилое. Тут я, что можно, заварил. Внизу тут уже нечего уже варить. Пока покатаюсь так. Здесь уже тоже поржавело. Буду сейчас обрабатывать буду кисточкой, мазать переработкой, потому что здесь тебя обрабатывают такой мастикой, и по ней все погнило, к сожалению. Я сколько в интернете пересмотрел, то люди говорят, что лучшего нету, чем переработка, и потом пыль сядет, и все, я хочу тут все проводить. Оно питается сколько-то. И тогда пленкой все застелю. И сверху уже потом все эти обшивки одену. Пластиковые. Вообще вот так. Обработал все. Переработкой масло машины поварил и обработал. Вот так вот получилось. Застелю потом пленкой и уже обшивками накрою все. Здесь меня пеной задул, потому что крыло сейчас нет возможности менять, там сифонит оттуда. Вот так вот подварил, лучше чем было, потому что те мастера так мне сделали, что оно отвалилось у меня через месяц все. Ну, в смысле, дно лопнуло, я потом варил, а теперь уже лонжероны. Вот так у меня вот такая вот называется Урал Электро, железная традиция, это полуавтомат. Правда, мне не очень нравится насчет этого вот механизма. Пластмассовое все, мне мастер сказал, что из-за этого буксует, нельзя выжать, оно выгнулось. Если немножко этот вот кожух перегнул и начинает буксовать. Такие вот тут регулировки. Я вообще редко я работаю, но если вот такие что-то тонкое, то варю. Вот моя маска, радиатор. Такое я делал приспособление, чтобы ночью варить можно было. Он вчера дочи своей заварил лесопед. Вот так. Я все перемыл с багажника, все обшивки, полики с машины, коврики, вот это с багажника, обшивки, выпускное колесо, лопата, все это. Так, вот тут такая у меня имеется полочка, дверька, закрывается все.
Вот я уже все собрал. Все обшивки. Коврик. Вот такую я сделал сюда полку, но давно уже. Вот так она щелкивается, открывается. Вот и там слаживаем все ключи. Вот так вот закрывается. И все, ну закрыто. Все, я укомплектовал. И тосол, и масло. Лом, топор, лопата. На полочке там и ключи, бензин с собой, мешки, молоток, ключи всякие, болтики, насос, шланга, качать бензин. Все с собой. Вот так.